Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська. Я рада вітати вас, як завжди по понеділках у цій порі ми говоримо про наше здоров'я. І сьогодні в нашій студії гість Людмила Олексіївна Островська, лікар-акушер-гінеколог Миколаївського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Доброго дня вам. Доброго дня. І як вже зрозуміла, тема сьогодні в нас непроста, яка часто оголошується і в ефірах, і в сюжетах нашого телеканалу, але все ж таки нагальна проблема залишається, і поговоримо про це ще раз. Отже, Людмила Олексіївна, я думаю, що не знайдеться людини тої, яка вже не чула про проблему СНІДу та ВІЧ-інфікованих людей, але все ж таки для тих, хто, можливо, не дуже зрозумів, що це таке. Отже, поняття ВІЛ і інфікована людина, і поняття хворий на СНІД. Чим відрізняється і що це за біда така? Ну, ви знаєте, дійсно, ми дуже часто зустрічаємося і постійно говоримо на цю тему. Ну, приходится встречаться все равно, потому что подрастает молодое поколение. И, конечно, эти знания необходимы каждому человеку. ВИЧ-инфекция, в общем-то, почему так называется? Потому что это инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. То есть этот вирус попадает в кровяное русло человека, размножается и делает то, что он делает. Значит, к инфекционным заболеваниям относятся, причем к инфекционным заболеваниям особо опасным. Почему это так? Потому что очень-очень быстро распространяется. И если не принимать определенные какие-то меры на локализацию этого процесса, то, конечно, пораженность среди населения региона, области, государства, в общем-то, вы знаете, это трудно даже подсчитать, как это может выглядеть и какой урон это будет приносить всему обществу. Ну, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, распространенность инфекционных заболеваний вообще в целом на земном шаре, это касается любого государства, вот, она как бы определяет, является как бы одним из критериев, одним из показателей благополучия этого государства и здоровья самого населения, вот то, что мы говорим, здоровье нации. Вот. На сегодняшний день, к сожалению, наше государство находится в пятерке первых государств среди стран, я буду говорить, Восточной Европы, uh-huh. Вот, потому что Западная Европа, понятно, что у них более благополучные показатели, вот, где все-таки вот распространенность ВИЧ-инфекции, она еще остается на достаточно высоком уровне. Що стається от з організмом? Ви кажете, поражає організм. Що стається з організмом? Так, щоб достатньо зрозуміло пояснити, коли ця інфекція розгулюється в організмі? Ну так, да, вона розгулюється, скажімо так. Ну, організм чоловіка, він устроєн так, що, понимаете, в процессе жизнедеятельности организм может сам себя защищать от различных внешних воздействий, от различных заболеваний, которые могут присоединиться и иметь негативное, так сказать, влияние на сам организм. То есть организм как бы вот это настолько совершенная система, что то, что ему не нужно, он не примет, не воспримет. Вот. Вирус, он попадая в организм человека, вот как раз-то, причем, давайте я скажу так, что вне кровяного русла человека вирус мгновенно погибает, он очень нежный. Вот, и таким образом этот вирус относится тоже к кровяным инфекциям. Есть кровь с возбудителем, можно инфицироваться. Нет крови с возбудителем, то есть риска угу. никакого нет. К кровяным инфекциям мы относим это гепатиты, это сифилис,
это ВИЧ-инфекция вот как раз. То есть все такие, вот видите, я назвала заболевания, которые достаточно серьезные, которые могут негативно влиять не только на организм самого хозяина, но и передаваться, допустим, последующему поколению, то есть детям, вызывать какие-то изменения. Вот. Попадая в организм человека, вирус находит в кровяном русле клетки, которые отвечают за защиту самого организма, вот эти иммунные клетки. И попадая в эти иммунные клетки, он находит благоприятную среду для своего размножения. Внутри этой клеточки он размножается, и как бы так представить макет, попал один вирус, размножается, съедает все, что внутри клетки, потом оболочка не выдерживает, лопается, и из этой клетки, из этой бывшей иммунной клетки, в которую попал один вирус, уже выбрасывается в кровяное русло, ну, скажем так, образно, 10 вот этих вирусов, которые, в свою очередь, уже найдут 10 иммунных клеточек. И в тех 10 клеточках опять будут размножаться. То есть здесь, вот вы знаете, даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Почему? Вот и человек, который инфицировался, как бы, если не обращать на это внимание, то защита организма снижается, присоединяются какие-то сопутствующие заболевания, которые могут повлиять не только на качество жизни самого человека, но и привести к какому-то фатальному такому исходу. То есть организм перестает бороться с другими инфекциями, конечно, так? Конечно, и не только инфекциями. Понимаете, тут уже наслаивается одно заболевание на другое, другое на третье, как пирог вот такой вот получается. Вот почему мы и говорим, что очень важно, чтобы, в общем-то, люди заботились о своем здоровье и не стесняйтесь пройти это тестирование. Потому что век у нас очень такой, век скоростей, все бежит куда-то, мы тоже бежим, мы не успеваем. А потом, когда останавливаемся, смотрим, что уже оказывается, почему-то мы не можем вперед бежать. Вот. И таким образом, как бы, чтобы локализовать эту инфекцию, то прежде всего нужно воспитать в человеке ответственность не только за свое здоровье, что я отвечаю за себя только, но я отвечаю за своих родных, за своих близких, за любимых, за товарищей, за людей, с которыми я рядом нахожусь. А больше всего я, конечно, отвечаю за свою семью, за своих детей. Вот. И для этого разрабатываются программы, в которые вовлекаются все больше и больше слои населения, чтобы помочь человеку, в общем-то, может быть, преодолеть этот страх обследования, преодолеть этот страх пойти в центр, чтобы дообследоваться, если он получил позитивный результат, чтобы он имел поддержку психологическую, социальное сопровождение в плане того, что до обследования, взятия на учет, решения вопросов от того, в каком состоянии находится организм данного человека, и в дальнейшем уже решать вопросы, чем помочь, как помочь, что это сделать, и чтобы довести до человека, что это нужно делать, потому что, понимаете, когда много информации, с которой не знакомы, то это тоже за один раз вы не освоите и не усвоите. Нужно обязательно, чтобы кто-то находился рядом. І давайте тоді вже так уточнимо, СНІД. Коли вже говоримо про СНІД, що це таке? Так, значить, як і любое заболівання, ми говоримо, ой, СПІД. СПІД – це є термінальна стадія розвитку по стадіям вот этой ВІЧ-інфекції. Є перша стадія, коли чоловік інфіцировався, але как бы еще в организме количество вирусов накапливается, изнутри вот эта иммунная система подрывается, но внешних проявлений никаких нет. То есть вот эта стадия бессимптомная. Человек думает, что он абсолютно здоров, и вообще его ничего не касается, и все это не о нем, и все это как бы абстрактно. Вот.
Вот это бессимптомная стадия. Потом, значит, по стадиям, там их 5 стадий, я не буду их все повторять, появляются какие-то первые звоночки, да? Угу. Вот. Как правило, вот острая фаза заболевания, ее никто не замечает из людей, которые инфицировались. Почему? Потому что так как это инфекция вирусная, то оно протекает под видом каких-то острых респираторных заболеваний. Ну, 2 раза чихнул, 3 раза кашлянул, ай простыл, ай там что-то. Все, 3-5 дней, все прошло, я здоров, как и все мы, в принципе, болеем. Вот. А в последующем уже будут какие-то присоединяться проявления. И, как правило, вот когда человека начинает что-то беспокоить, вот, он там обращается к врачу, есть характерные чаще всего проявления, на которые уже, когда он жалобы, предъявляет жалобы, уже доктор думает, так, стойте, я его обследую вот так, вот так, вот так, и порекомендую. Потому что обследование на наличие вируса иммунодефицита у человека, угу, это на сегодняшний день не является обязательным исследованием, и исследования, которые, в общем-то, делают по принуждению. Согласно закону Украины, это только добровольное обследование самого, так сказать, обратившегося. Вот. Но насколько это важно, конечно, это мы ему сказать можем. Вот. И таким образом состояние ухудшается, мы не обращаемся, еще что-то. А потом, когда обращаемся, обследовали, взяли, посмотрели результаты, а там уже достаточно серьезное состояние. И вот эта стадия, которая уже, скажем так, не то что необратимых, а достаточно тяжело обратимых каких-то симптомов или поражений каких-то органов и систем, вот эта стадия как раз она и называется стадией СПИДа. Когда... Угу. Либо мы можем помочь, либо, в общем-то, может быть, даже и не сможем. Поэтому, чтобы не доходить до этой стадии и не просить, что делайте, что хотите, помогите, как можете, но я хочу жить. А это правда, действительно, очень часто мы слышим. Когда ты смотришь, что ой-ой-ой-ой. И ничего доброго пообещать не можешь. Да, а чем же мы поможем? Ну, помогать мы будем, но что из этого получится, к сожалению, очень трудно прогнозировать. Хотя делать, конечно, будут все, но настолько идет глубокое поражение. Организм отказался сам себя защищать со всех сторон. Дивіться, в багатьох асоціаціях йде, що ВІЧ-інфекція дорівнює безвихідь. Що на сьогодні може сказати медицина тим, хто все ж таки, ну, не дай Боже, але все ж таки заразився ВІЧ і, от, наприклад, вирішив під час якоїсь акції, так, на центральній вулиці міста, так, підійти, які досить часто проходять акції, пройти експрес-тест. Пройшовши експрес-тест, йому говорять, у вас положительний результат. Позитивний результат, вам треба обстежуватися далі. Звісно, що в людини шок буде. Це перша реакція. Що робити і наскільки часто цей позитивний результат підтверджується, і як потім буде тривати життя людини, як з цим жити? Ну, вот эти вот акции, вот эти все, вы знаете, они ведь не зря и устраиваются, не зря они проводятся. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, у человека, вот, знаете, это как-то определяется, что он поборол свой страх перед этим обследованием. Вот акция, вот он зашел, вот он обследовался. Или же он со страхом обойдет с другой стороны. Лучше я не буду этого знать. И вообще меня это никогда не коснется. Это то, о чем я говорила вот перед этим. Вот. Конечно, это очень-очень-очень полезно. Второе, это у нас практически в каждой поликлинике, лечебном учреждении, как города, так и области, открыты кабинеты доверия, куда можно прийти, обратиться с теми вопросами, которые тебя интересуют, и получить объяснение, получить поддержку. То есть получить вот такое дотестовое консультирование, мы его называем. И в последующем предложить этому человеку, что не хотели бы вы пройти тестирование само,
Но это опять-таки желание. Я думаю, если вот такое доверительное общение между людьми, которые работают в кабинетах доверия, и тем человеком, который обратился, ведь он же зачем-то пришел, то, как правило, они соглашаются на тестирование. Тестирование может проводиться как быстрыми тестами, так и путем забора крови и проведения специальных анализов, которые немножечко более длительно делаются. Но а что надеяннейше? Я должна сказать так, что в настоящее время тест-системы, быстрые вот эти быстрые тесты, которыми мы пользуемся, они достаточно высокочувствительные. Вот. И уже результат, в зависимости от того, какой тест-системой пользуется, результат человеку может быть выдан через каких-то 15-20 минут. Ему говорят, что вы можете зайти. А уже по получении вот этого результата быстрых тестов, в дальнейшем уже послетестовое консультирование, то есть ему объясняют, что ему нужно делать, как ему, как с этим жить. А может быть, человек, знаете, ему нужно дать какое-то там время, ну, день, два, ну, неделю, ну, пускай месяц, чтобы он немножко вот с этим это прожил, чтобы он это принял и понял, насколько это важно вот пройти обследование дальше. Потому что само тестирование, это будет говорить только лишь о том, позитивный результат или негативный. Но чтобы взять на учет и поставить диагноз, одного обследования быстрым тестом, конечно, не хватает, недостаточно. Потому что, знаете, мы вон смотрим по телевизору, самолеты разбиваются, нам говорят, человеческий фактор, это насколько точные такие вот вещи. А здесь касается жизни человека. Поэтому, чтобы исключить вот этот так называемый человеческий фактор, вот, обследование проводится и берется на учет только тогда, когда мы имеем три позитивных результата в исследовании различных тест-систем. Не одной тест-системы, различных производителей, различные методики, вот, чтобы нигде не было никаких перекрестных дней. Якщо навіть перший раз у вас позитивний результат, це не вирок ще. Нет, конечно. Это говорит только о том, что человеку нужно обратить внимание и пройти до обследования. Потому что что-то с его организмом, что-то, видимо, сработало не так. Поэтому лучше это выяснить сразу. Як часто ви рекомендуєте проходити такі тестування і обстеження? Ну, взагалі пересічному громадянину. Ви знаєте, як часто ми рекомендуем. Вообще-то, рекомендуется вот с интервалом в 3 месяца быстрыми тестами проверяться. Почему? Потому что считается, что от момента инфицирования до появления антител, которые будут определяться уже этими анализами, вот проходит не менее 3 месяцев. А вот эти 3 месяца, они как раз и являются самыми коварными. Вирус в кровяное русло человека попал, но ответной реакции со стороны организма он еще не получил. То есть вирус есть, он находит иммунные клетки, он спокойно там размножается. Но антитела на вот это инородное, фактически это инородное тело в крови человека, антитела организмом человека еще не вырабатывается. Организм еще не зрозумів. Да, так, он что? Он еще не начал бороться с этим вирусом. Вот. И поэтому вирус есть, но антитела не определяются, понимаете? И вот это серое такое вот серое окно, мы говорим, что оно самое страшное, его нужно, конечно, как бы избежать. И почему через 3 месяца, мы говорим, если человек там чувствует, что у него, что ему нужно обследоваться, скажем так, мягко, да? Вот. Грехи какие-то будут. Ну, что-то вот такое, контакт с кровью, какие-то непредвиденные тесные общения, скажем так, где-то все живые люди. Вот это лучше прийти обследоваться, получив свой отрицательный результат, через 3 месяца прийти и еще раз перепровериться. Вот. А потом можно будет о чем-то говорить, потому что первый результат, он не является абсолютным. Хотілося б ще, що стосується фрази «ніколи не коснеться». Отже, більшість людей,
чомусь вважає, хоча вже не раз говорилося про те, що вічі, сні – це вже давно не асоціальні хвороби. Якщо раніше ми говорили про те, що якщо ти там не будеш в групі ризику, так, то тебе це не стосується. А зараз наскільки вже ця хвороба вийшла за групу ризику і наскільки вже затронула всі прошарки суспільства, так би мовити? Ну, можно на ваш вопрос можно ответить так, что на сегодняшний день вот изменить наши мозги очень трудно, потому что каждый из нас самый хороший, самый любимый для себя, и глядя так со стороны, скажет, ну это же вот тот, вот его, вот да, его могло это коснуться, но меня же нет. Ну, меня же я идеальный. Это вот как раз к тому, что меня это коснуться не может, потому что мы массу недостатков можем найти у кого-то, но свои недостатки как-то нам не хочется не признавать, не замечать. Вот. И таким образом он плохой, а я хороший, а что у меня хорошего делается, никто вам не скажет. На сегодняшний день фактически эта инфекция... Ее распространение, распространенность, нет такого вот этого вот пирога, вот этого слоя населения, где это регистрировалось вот меньше всего. Вот. Поэтому вот такая многовекторная вот эта вот направленность и работы по различным программам, чтобы захватить именно вот эти вот все слои населения. Это прежде всего. Значит, есть определенные такие вот, скажем, категории, где это обследование все-таки, невзирая на то, что в законе Украины мы говорим о том, что это только добровольное, но есть, где это угрожать может не только человеку, имеющему эту инфекцию, но и тому, кто рядом, или тому, от которого зависит, может быть, от тебя зависит жизнь этого человека. Прежде всего, это, конечно, мы говорили, что это кровяная инфекция, это обследование доноров. Все доноры абсолютно обследуются, проходят тест на кровяные инфекции. Сифилис, гепатиты, ВИЧ-инфекции. Причем не один раз, а каждая кроводача. Сколько донор будет приходить в течение года сдавать кровь, каждый раз вот эти кровяные инфекции будут, значит, анализы будут проводиться. Плюс ко всему, в настоящее время как таковая свежая кровь, значит, она не переливается. Не переливается, а только уже... После перевирки. Да, компоненты, значит, компоненты, которые готовятся из вот этой вот крови, из вот этой забранной крови, она должна быть абсолютно отрицательной по всем кровяным инфекциям. И прежде чем приступить к изготовлению того или иного препарата, карантинизация этой сыворотки обязательно проходит, потому что повторно, во-первых, обследуется, и повторно еще через 6 месяцев, чтобы избежать вот этого сероконверсионного, вот этого серого периода. Окна, да, чтобы мы не ошиблись, это кровь. Вот, значит, повторно этот донор еще будет раз обследоваться, чтобы мы не просмотрели, потому что дальше, когда будет в препаратах, она пойдет на родовспомогательное учреждение, на детские больницы, на какие-то тяжелые заболевания, которые больные, которые лечатся в гематологии. Это... И мы перельем кровь, было вам хорошо, мы сделаем вам еще лучше. Понимаете, это очень большая ответственность. Абсолютно, абсолютно обследуются у нас все беременные женщины. Мы им рекомендуем, да, это так. Тоже понятно, потому что, во-первых, это беременная женщина, а во-вторых, это ребенок. И какой бы срок беременности ни был, это абсолютно живой маленький человечек, который растет. И мы должны сделать все возможное, зависящее от нас, чтобы этот ребенок пришел в этот мир абсолютно здоровым. Поэтому обследование беременных – это обязательно. Вот. А уже остальные слои населения мы рекомендуем. Вот. И стараемся, чтобы донести до человека, что все-таки лучше это сделать. Вот. И если мы будем брать еще
вот когда только наш центр начинал работать 20 лет назад, у нас на первое место выходил вертикальный путь передачи, когда вот, вернее, извините, сказала, внутри парентеральный, сказала вертикальный, парентеральный путь передачи, то есть это были, как правило, либо лица потребителей инъекционных наркотиков, значит, сюда можно было бы допустить какие-то неудачные переливания, сюда можно было бы допустить какие-то контакты, вот именно с кровью. Но чаще всего это именно потребители инъекционных наркотиков. На втором месте у нас тогда это половой путь инфицирования был. И вот третий как раз был, на третьем месте был, он так и остался, вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции, то есть от ВИЧ-позитивной мамы к ее ребенку. За 20 лет, если вначале это было где-то до 80% у нас были это потребители инъекционных наркотиков, там где-то, может быть, процентов 10-12 тогда половой путь, и где-то тогда еще немного, знаете, мы мало знали и немного рожали, и не всех uh-huh. обследовали. Где-то процентов 5-6 детки вот эти вот. А потом вот потихоньку-потихоньку... А сегодня картина изменилась, да? Да, вот эта картина начала меняться. Почему она начала меняться? Потому что именно в широкие массы пошла эта инфекция. И на сегодняшний день, вот по последним данным у нас в области, половой путь передачи составляет 70%. А парентеральный путь, то есть это вот потребители инъекционных наркотиков, где-то 17-18%. И детки немножко снизился вертикальный путь инфицирования. Там было от 18-20%, на сегодня 12%. То есть эти программы, они все-таки работают. Вот эта защита, она работает. Работает. И то, что у нас снижается вертикальный путь передачи, что детки все-таки наши здоровы, это очень много значит. Ну и дякую вам. І бажаю всім нашим глядачам здоров'я. Як зрозуміло з нашої бесіди, що, звісно, краще перестрахуватися зайвий раз, звернутися до тих центрів, про які ми сьогодні говорили, і переконатися, що на сторожі нашого здоров'я дійсно міцний імунітет і нічого йому не загрожує. Сьогодні з нами була Островська Людмила Олексіївна, лікар-акушер-гінеколог Миколаївського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Дякую вам ще раз, до нових зустрічей і до зустрічі в ефірі. Бувайте здорові!